νύμφες και χάριτες και η χρυσή Αφροδίτη ευωδιασμένα πλέξανε στεφάνια όμορφα τραγουδώντας. Дорогие телезрители, телеканал «Россия» ведет прямую трансляцию из Лимассола, второго по величине города Республики Кипр. И здесь сегодня во Дворце спорта пройдет 6-й международный конкурс детской песни «Евровидение-2008». На сцене Мариам Венизелу, юная местная знаменитость, обладательница очаровательного голоса, и Йоргас Иоаннидас, который представлял Кипр на прошлогоднем конкурсе в Роттердаме. Друзья, сегодня мы все вместе, и вы, уважаемые телезрители, и я, Ольга Шелест, будем болеть за нашего российского участника Михаила Пунктова из села Нижний Мамон Воронежской области. Между прочим, здесь, на Кипре, живет очень большая русская диаспора, которая тоже будет болеть за нашего конкурсанта. И впервые детское Евровидение проводится на юге Европы. Поэтому здесь, на Кипре, по московским, конечно, меркам, вполне себе нормальное лето. Можно купаться, загорать, что наши дети, в общем-то, и делают в свободное от репетиции время. Нынешний конкурс проходит во Дворце спорта имени Спироса Киприану, второго президента Республики Кипр. Это большой спортивно-концертный комплекс, который вмещает более 6 тысяч зрителей. Хочу особо отметить, что все билеты на конкурс детской песни «Евровидение-2008» проданы несколько месяцев назад. Так что интерес к песенному соревнованию здесь на острове очень большой. Ну а главная тема нынешнего конкурса – «Fun in the sun for everyone», то есть радость под солнцем для всех. Эта тема отражена и в сценических декорациях, как вы видите, и в компьютерной графике, и в видеосюжетах. Солнце, воздух и вода – залог счастливого детства. Это также лейтмотив всего шоу. И все это происходит на острове Кипр, в окружении Средиземного моря, из которого, как вы помните, по преданию появилась сама богиня Афродита. Ну а сейчас перед вами разворачивается красочное танцевальное шоу, которое открывает конкурс. На сцене мы видим танцевальный ансамбль, который состоит из 77 детей, специально отобранных после нескольких конкурсных просмотров. Музыку к этой интродукции написал известный на Кипре композитор Костас Какаянис, а хореограф открытия Фотис Николау. Несколько слов о ведущих конкурса, которые вскоре появятся на сцене. Это София Параскева, по происхождению киприотка, последние несколько лет успешно работает на британском телеканале Sky, где ведет различные шоу, и ее коллега Алекс Майкл, известный на Кипре танцор, актер и телеведущий. Кстати, в свое время он учился и работал в труппе современного танца знаменитой Марты Грэхэм в Нью-Йорке. Добрый вечер, Европа! Добрый вечер, Кипр! Добро пожаловать! Сегодня вечером и только сегодня остров Афродиты станет центром всей Европы. Талантливые дети из 15 стран будут сегодня петь для вас на этой сцене. И какие они талантливые, вы узнаете об этом. Всем им не больше 15, но и не меньше 10 лет. Давайте позовем их на эту сцену. Итак, друзья, встречайте, участники конкурса детской песни «Евровидение-2008», будущие звезды мировой музыки. Мадалина Лептер и Андрада Попа, Румыния, номер один. Моника из Армении. Даша, Алина и Карина, Республика Беларусь. Из России Михаил Пунктов. Вот он идет.
спускается с российским флагом через трибуны на главную сцену. Грецию в этот раз будет представлять Ники Яннуцу. Группа «Взикеби» представляет Грузию на конкурсе Евровидения 2008 детского конкурса. Смешные пчелки спускаются. Оливер из Бельгии. Вполне себе такой, знаете, уже взрослый мальчик в окружении девочек. Кристиана Крестева из Болгарии. Тоже с группой поддержки. Из Сербии Майя Мазич. Даниэль Тесса. Мальта. Из Нидерландов на эту сцену поднимется Марися Гроздай, будет выступать под 11 номером. Украину на этот раз представляет Виктория Петрик. Литва. Эгли. Из Республики Македония. Боби Андонов. И 15-я участница, вернее, две участницы, Елена Манури и Харис Сава, Кипр. Ну, конечно же, все приветствуют их стоя, размахивая флагами. Они здесь уже национальные героини, даже несмотря, с каким результатом они выйдут в финал этого конкурса. Итак, говорит Алекс, нас смотрят не только в странах, представленных в конкурсе, а их в этом году 15, но и в Азербайджане, Боснии, Герцеговине, даже в Австралии. Привет также всем, кто смотрит нас по спутниковым каналам и посредством интернета. Мы очень горды тем, говорит София, что работаем совместно с международной организацией ЮНИСЕФ, которая во всем мире защищает права детей. Все деньги, которые будут получены от телевизионного голосования, пойдут в поддержку нуждающихся детей во всем мире. Итак, я люблю его очень сильно. Это, конечно же, речь о Дэвиде Бекхэме и о других известных артистах, которые представляют ЮНИСЕФ в разных странах. Вот певица Шакира, тоже активная участница проектов ЮНИСЕФ. Она сама, можно сказать, собственноручно помогает африканским детям. Ну и, конечно же, вы узнали певца Робби Уильямса. Он также является послом доброй воли ЮНИСЕФ. И вот Робби Уильямс говорит, мы можем сделать только две вещи. Или сделать что-то, или не делать ничего. Ну, а это замечательная американская актриса Вупи Голдберг, которая тоже приветствует Европу, желает удачи всем участникам нашего конкурса. И она говорит, что рада за всех наших талантливых детей. Желает всем большой-большой удачи, но необходимо, говорит, дать возможность раскрыться и выразить себя многим другим детям, которые зачастую и не имеют условий для нормальной жизни. Она говорит спасибо ЮНИСЕФ, который поддерживается детским конкурсом Евровидения. Shakira and David Beckham. Now, something new this year is that 50% of the votes. Итак, в этом году, замечает Алекс, правила голосования на нашем конкурсе немного изменились. Голосовать будут не только зрители, но и специальное профессиональное жюри. Каждая из стран участниц, голоса телезрителей и профессионального жюри будет суммироваться 50-50. Однако в случае равенства голосов приоритет будет отдан именно решению телезрителей. Итак, друзья, не забывайте главное, решать судьбу каждого конкурсанта. Будете все-таки вы, телезрители, голосование начнется сразу же с момента выступления первого участника. Ну и достаточно просто позвонить или послать смс, напоминает нам ведущие. Вы должны запомнить номер понравившейся вам песни 01, 02, 03 и так далее. Кстати, эти номера вы сейчас видите на экране. Прибавьте эти две цифры к номеру телефона, по которому нужно звонить, или отправить смс-сообщение. Номер телефона вы также видите в нижней части экрана вашего телевизора. Номер телефона плюс номер песни, телефонный
звонок или смс. Голосовать можно за всех участников конкурса, но вот за свою страну голосовать, как всегда, увы, нельзя. Зато с одного телефона можно звонить 20 раз. Итак, вы готовы, спрашивает София. Вы действительно готовы, спрашивает Алекс. Итак, Европа, голосование начинается прямо сейчас. Итак, первый номер достался участнице из Румынии. Это две очень симпатичные девочки, Мадалина Лефтер и Андрада Попа. Им обоим по 10 лет. Мадалина и Андрада лауреаты многих детских конкурсов. Их песня называется «Спаси планету» и поется в ней, как вы понимаете, о красоте земной природы, которую нужно нам всем вместе защитить и сохранить. Зима прошла, и вновь весна. Посмотри, вот расцвел подснежник, на полях распускаются цветы, и тысячи бабочек кружатся возле меня. Такое японское хопо получилось. Ну а на сцене Мадалина Лефтер и Андриана Попа, Румыния. Sad, florile pe câmpii și fluturi zboară mic și mic în jurul meu. Stai, salvează planeta, stai, mai e o speranță, hai, încă e primăvara în mai. A trecut iarna peste el, e primăvară iar, iată un ghioc cel. Stai, salvează planeta, stai, mai e o speranță, hai, încă e primăvară în mai. Stai, salvează planeta, друзья. 20 раз была на репетиции, только сейчас поняла, что символизирует костюмы этих девочек. Так как разные времена года и голубое небо вокруг нашей планеты. А на очереди Моника из Армении, ей 13 лет и живет она в городе Гюмри. Учится пению в городском дворце культуры в студии вокального ансамбля «Диджаник». Моника поет с 4 лет, а самый большой успех пришел к ней в прошлом году на международном детском конкурсе «Берлинская жемчужина». Там она заняла 3 место. Ее композиция называется «Мелодия моей песни». Моя мелодия, как жар птица, она всегда ищет свой дом. Моя песня – это златокрылая птица. Попробуй поймать ее и пустить в свое сердце. Друзья, давайте дружно попробуем пустить жар птицу в свое сердце, а поможет нам в этом Моника из Армении. Ciac mi luis, carțez parveț ocus, mi
Meredi luce cazze sen cielo ses E ton hangat tu sis mi ha ki chavo sis Sho este vorreit u jahres gset Ye climai sen chume нашей комментаторской кабины развиваются армянские флаги. Закончилось выступление Моники из Армении. Согласитесь, поет она как взрослая певица, очень уверенно и профессионально. Третий номер достался трем участницам из Беларуси. Напомню, что белорусские конкурсанты уже дважды побеждали на детском Евровидении в 2005 и 2007 годах. На этот раз республику представляют три девочки – Даша Надина, Алина Молош и Карина Жукович. Все учатся пению у одного педагога в Национальном центре музыкального искусства имени Владимира Мулявина в Минске. Их песня называется «Сердце Беларуси». Девочки надеются, что эта песня даст зрителям представление о красоте и гостеприимстве их родной страны. Ну, мы-то с вами знаем, а мир пускай посмотрит. Итак, Даша, Алина и Карина из Беларуси на детском конкурсе Евровидения в Лимассоле. Прилетают гуси.
ты увидишь, как уйдет твоя печаль, уйдет и грусть. Если ты услышишь сердце Беларуси навсегда, полюбишь Беларусь. На-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на, как я тобой горжусь. На-на, на-на-на-на-на, на-на-на-на-на, родная Беларусь. На-на, на-на, закончили свое выступление белорусские девочки Даша, Алина и Карина. Вообще, сколько помню, песни белорусских участников на детском Евровидении всегда быстрые, веселые, хорошо запоминаются. Много в мире разного, а Беларусь одна. Запомнили, друзья? Двигаемся дальше. Итак, на наших экранах вновь ведущий конкурса София и Алекс. София, ты помнишь прошлогодний конкурс, спрашивает Алекс? Конечно, его ведущего, Сибкияна из Голландии. Его невозможно забыть, говорит София. У него есть для нас специальное послание, давайте посмотрим. Итак, Сибкиян Боусема, ведущий прошлогоднего конкурса в Роттердаме, приехал в Гамбию. Он посол доброй воли ЮНИСЕФ и хочет показать аудитории, насколько серьезна в этой стране проблема чистой питьевой воды. Вот ребята с чем поделились с ним. Обычно я пью грязную воду, от этого болею. Но сейчас я пью чистую, безопасную воду и чувствую себя хорошо. Я много бегаю и болтаю. Если я пью чистую воду, я чувствую себя здорово. Это дает мне энергию для футбола. Когда я моюсь, я чувствую счастье, чистоту и свободу. Помимо заботы о чистой воде, ЮНИСЕФ учит, как заботиться о своем здоровье. Дети даже поют об этом. Играть с водой — это так здорово. Эти дети счастливы, но миллионы других во всем мире нуждаются в вашей помощи. Помогите им. Голосуйте за ваших любимых исполнителей. Все средства от голосования будут перечислены непосредственно в ЮНИСЕФ. От лица всех нуждающихся в помощи детей, спасибо вам большое. Спасибо, Сибкиян. Это действительно большая работа ЮНИСЕФ в Гамбии — помогать всем этим детям. Алекс говорит, что по ходу нашего конкурса мы еще будем возвращаться к этой теме, работе ЮНИСЕФ по защите прав детей. И также не забудьте, что все песни этого конкурса выпущены на CD, и вы можете приобрести эту пластинку для того, чтобы послушать самим, или, может быть, даже подарить кому-нибудь. На пластинке есть даже караоке-версии песен, так что вы сможете еще и спеть долгими зимними вечерами. Ну а сейчас следующий участник нашего конкурса из России. Да, мы с волнением ожидаем появления на сцене нашего конкурсанта Михаила Пунтова. Его путь на детское Евровидение похож на историю из волшебной сказки. Миша родился и вырос в большой цыганской семье, с малых лет пел, танцевал, никогда не думал о профессиональных занятиях, но его заметил руководитель воронежского детского ансамбля «Волшебники двора» и предложил участвовать в отборе на детское Евровидение. И Миша победил. Полгода команда российского телевидения готовила конкурсы в Лимассоле, и вот сейчас Миша выйдет на сцену. Сегодня мы будем ему будут помогать девочки-гимнастки Настя, Полина, Даша и Оксана, которые занимаются в школе Олимпийского резерва, наши будущие чемпионки. Итак, друзья, держим кулаки. Михаил Пунтов, песня «Спит ангел», Россия. Помнишь, как в вышине звезды во тьме блескались? Лунной тропой в тиши ангелы к нам спускались. Время на поводке дремлет у ног усталых. Ищут они любовь.
любовь сквозь времена и страны. Под проливным дождем дождь где-то чьи-то слезы. Я отпускаю тебя, еще не поздно. Тысячи долгих лет ангелы так и не знают, ищут они любовь там, где ее теряют. Спит ангел, и каждый год вернется вечность. Ангел, и самый лучший день пройдет. Спит ангел, рядом будь, я домой ангел уснет. Он всегда Миша Пунтов. Молодец, собрался, выступил. Друзья, продолжаем болеть за Россию и смотреть на следующих участников. На очереди участница конкурса из Греции. Ее зовут Ники Яноцу. Ники достался 5-й конкурсный номер. Ей 11 лет. Она живет и учится в Афинах. Помимо пения и фортепиано, Ники играет еще и на разных инструментах в городском оркестре, трубе, флейте и даже на ударных. Участвует в театральных постановках, любит танцевать и играть в баскетбол. Ее конкурсная песня называется «Однажды». «Однажды ты одурачил меня, и я помню это так, как если бы это было сейчас. Безразлично ты прошел мимо, как проходит весенний ливень». Детские стенания о любви, друзья. На сцене маленькая гречанка Ники Яноцу. Μόρα, τα δύο σπέρνουν θύελες. Πού να γυρνάς? Οι σκέψεις λιώνουν αδύναμες. Αδειός καμπάς. Διαλύθηκες μέσα στο όνειρο. Κι αυτή η σλήψη να μην τελειώσει.
Греции Ники Еноцио. Друзья, наш конкурс продолжается, но мы сделаем небольшую паузу и вернемся сюда, на арену. Итак, друзья, добро пожаловать обратно на Кипр в Лимассол, где проходит детский конкурс Евровидения 2008. София, ведущая этого вечера, напоминает, что на официальном сайте детского Евровидения вы можете найти последние новости и даже закулисные сплетни. К сожалению, не все могут быть сейчас здесь с нами в этом концертном зале, но обо всем вы можете узнать практически из первых рук на нашем сайте. Голосуйте активно, а победитель получит вот этот замечательный приз. Его сделал дизайнер Дорос Ираклеос. Но на очереди Грузия. На конкурсе детской песни Евровидения Грузию будет представлять трио Бзикеби. В его составе один мальчик Григорий и две девочки, обоих зовут одинаково Мариам. Григорий учится в 5 классе, учится играть на фортепиано, в свободное время играет в компьютерные игры, любит плавать и смотреть телевизор. Девочки поют с 5 лет и мечтают стать профессиональными певицами. Все трое познакомились на детском фестивале, подружились и стали выступать вместе. Их песня называется просто Это подражание жужжанию осы. Итак, трио Бзикеби, Грузия, 6-й номер конкурсной программы. Следующий 7-й конкурсный номер достался исполнителю из Бельгии. Юношу зовут Оливер, он живет в пригороде Антверпена, играет на фортепиано и гитаре. А песни пишет с 10 лет. Композиция, с которой он выиграл национальный отбор, стала в Бельгии настоящим хитом. Песенка называется «Shut up», что можно перевести как «замолчи» или даже «заткнись». И поется в ней о том, как иной раз заканчивается любовь. Впрочем, сам Оливер говорит, что ничего автобиографического в этой песне нет. Так мы ему и поверили. «Замолчи, замолчи, счастье существует, но не для нас двоих. Довольно, замолчи». Вот слова этой песни, которую исполнит Оливер из Бельгии. Jouw lach deed mij smelten,
En uw ogen maakten mij blind. Ik liep voortdurend op stelten. En jij ging steeds door het lint. Ik was het ben, dat had je wel gehoord. Maar je hoefde niet te zeggen, want ik was antwoord. Ik zei, shut up, shut up. We bestaan maar niet voor ons. Het is voorbij, het is voorbij. Shut up, shut up. Je wordt een tijd maar niet voor lang. Het is voorbij, het is voorbij. Het is voorbij, het is voorbij. En verleiden in je blik. Je hoeft hem maar te knippen. Het was een vreemde kick. Ik was het beu, dat had je wel gehoord. Maar je hoefde niet te zeggen, want ik was antwoord. Ik zei, shut up, shut up. Geluk bestaat maar niet voor ons. Het is voorbij, het is voorbij. Shut up, shut up. Duur voor een tijd, maar niet voor lang. Het is voorbij, het is voorbij. Het is voorbij, het is voorbij. Ik was het beu, en dat had je wel gehoord. Maar je hoefde niet te zeggen, want ik was antwoord. Shut up, shut up. Geluk bestaat maar niet voor ons. Het is voorbij, het is voorbij. Shut up, shut up. Duur voor een tijd, maar niet voor lang. Het is voorbij, het is voorbij. Shut up, shut up. Het is voorbij, het is voorbij. Ну вот, друзья, кажется, и я влюбилась. Не ждите меня скоро. Это был Оливер из Бельгии, симпатичный любимец всех девчонок. Ну а номер 8 нашей конкурсной программы достался Болгарии. Песню «Одна мечта» исполнит Кристиана Крестева. Ей 14 лет и живет она в городе Великотырново. Несмотря на возраст, Кристиана артистка со стажем. Вместе с братом Даниилом она выпустила уже 3 пластинки и успела победить на нескольких международных детских конкурсах в Литве и Сербии. Одна моя любовь в целой жизни. Это моя песня. Что ж, посмотрим, полюбится ли песня крестьяны всей Европе. Болгария. Когато моето сърце мълчи, когато съм изгубила мечти, търся отговор за всичко в света от теб, приятелко добра. Една е моята любов, една любов за цял живот. Е песента, е песента. И само песента,
глазах зарябило, друзья. Это была Кристиана Кристева из Болгарии. А на очереди Майя Мазич из Сербии. Ей 13 лет. На детское Евровидение она приехала из города Нови Сад. Ее первое выступление на конкурсе прошло в родном городе, когда Майе было всего 5 лет. С тех пор она принимала участие во многих детских песенных соревнованиях в Сербии и в других европейских странах. Ее конкурсная песня называется «Всякий раз, когда я смотрю на небо». И вот строчки из этой песни. «Всякий раз, когда я смотрю на небо, я вспоминаю твою улыбку, и я напеваю нашу песню, прогоняя прочь все злое вокруг нас». Ох, что я могу сказать? Люби все возрасты покорные. Майя Мазич, Сербия, номер 9. Našu pesmu otpevam, zlo od sebe oteram. Ujutro kad oči otvorim, za tebe se Bogu pomolim. Zahvalim mu se što postojiš, sa mnom vreme provodiš. Kada te za ruku držim, tvoj ne voli, kraj tebe ću ostati. Svaki put kada me zagrliš, neku stranu struju osjetiš. Poželiš da me nikad ne pustiš i od svega zaštitiš. Kada te za ruku držim, из Сербии, и конкурс Евровидения продолжается. Вот девочки раздают сердечки и воздушные поцелуи в камеру. Мы вновь видим на экранах ведущих Софию и Алекса. Ну, что они говорят? Они восхищаются нашими конкурсантами и считают, что очень трудно среди них, таких талантливых и ярких, выбрать фаворита. Но голосование, тем не менее, идет, и ведущий вновь обращает внимание на его правила. С одного и того же номера можно позвонить ровно 20 раз. Нельзя голосовать за свою страну. А проголосовать за оставшиеся 14 стран очень просто. Если вам понравилась песня номер 11, наберите телефонный номер и прибавьте к нему 11. Если понравился участник под номером 12, к номеру телефона прибавьте единицу и двойку. Также надо делать, если хотите послать смс. Так что все очень просто. И таким образом вы можете поддержать очень важные и нужные проекты ЮНИСЕФ. Если вам понравилась песня, голосуйте без всяких сомнений. Следующий конкурсант номер 10 приехал с острова Мальта. Его зовут Дэниэль Тест, ему исполнилось 11 лет. Дэниэль – лауреат многих песенных фестивалей, причем на некоторых он представлял Мальту, а на некоторых – Францию. Ну что ж, пение – это его призвание, хобби – футбол, игра на ударных и музыкальный театр. Его песенка «Junior Swing» написана в джазовом стиле и говорится в ней о том, что совсем не важно, сколько тебе лет. Главное – это танцевать свинг и отлично проводить время. Итак, почувствуйте ритм нашего танца, призывает Дэниэль Теста из Мальты.
Москвы и говорит: танцую перед телевизором, наслаждаюсь этим замечательным конкурсом детским Евровидения 2008. Ну, а мы продолжаем. На очереди девочка из Голландии Мариса Гроздайк, ей 14 лет, очень любит петь, танцевать, играть на гитаре и фортепиано. Мариса хочет стать популярной певицей, но если не получится, то согласна на карьеру офицера полиции. Вот так, ни много ни мало. Конкурс о песне «Один день», который Мариса написала сама, рассказывается о том, как часто в жизни нам не хватает времени. Один день, он слишком короткий для того, чтобы сделать все то, что хочется. Время бежит так быстро, и вот так мне не достает. Как мы тебя понимаем, Мариса? Мариса Гроздайк, Нидерланды. Ik wil
Раздайте Нидерланды. Друзья, делайте свой выбор, голосуйте. А на канале «Россия» реклама. Друзья, мы продолжаем трансляцию детского конкурса Евровидения 2008 на канале «Россия». У нас осталось всего 4 конкурсанта и на очереди Украина. Добро пожаловать! Украину в этом году представляет Виктория Петрик. Ей 11 лет и живет она в небольшом поселке около Одессы. Виктория – лауреат множества детских конкурсов, посещает музыкальную школу, где учится пению и игре на фортепиано, а также поет в двух детских шоу-группах – «Мультяшки» и «Бэби-вокал». На конкурс Виктория привезла песню под названием «Матросы». На сцене ей будут помогать мальчики из школы акробатического рок-н-ролла в Павлограде. Итак, встречайте на сцене Виктория Петрик, Украина. Ее конкурс номер 12. Песня называется «Матросы». Участница из Литвы, которой достался номер 13. Надеюсь, Эгли Юргатита не суеверна. Ей исполнилось 10 лет. На сцене Эгли выступает с 4 лет. Помимо музыки, она также учится и балетному искусству. В свободное время Эгли пишет стихи. Некоторые из них становятся песнями. Музыка – это мечта всей ее жизни. А самое большое счастье для Эгли – это когда она стоит на сцене перед зрителями. Сегодня ее мечта сбылась. Песня, которую Эгли исполнит сегодня, называется «Счастливый день». Я счастлива, потому что живу. Я хочу петь только с тобой. Поет Эгли из Литвы. Yeah,
14 номер достался мальчику, который будет представлять на конкурсе Македонию. Бобби Андонов живет в австралийском Мельбурне и приехал на родину, чтобы принять участие в конкурсе. Бобби знает 4 языка, 7 лет занимается танцами, поет в детской студии, в церковном хоре, играет на фортепиано, флейте. В Австралии участвовал в постановке мюзикла «Король Лев», где играл Симбу. Его песенка посвящена новым средствам коммуникации, называется «Пришли мне СМС». Пришли мне СМС-ку, пока я не сплю, тогда я узнаю, что ты думаешь обо мне. Пришли мне СМС-ку, это все, что мне сейчас нужно. Наши девочки-гимнастки, кстати, которые выступали вместе с Мишей Пунтовым, все без ума от Бобби и хранят его фото под подушками. Девочки, пошлите ему СМС-ку, поет Бобби Андонов «Македония». Само съм яд, съм мисливе мои далеку. Кай што си ти, само сърце вое и денови брои. Сакнаги видам я спад, и очи пълни со сяй, се вракям на скоро я. Те молам почекай, видам я спад, yeah, yeah. Но само за тебе е ведоаген пак. И во моите мисли го отбројувам. Секој ден, секој час. Кумир. Думаю, что Дима Билан, который, кстати, сегодня появится на этой сцене, Бобби Андонов «Македония». И, наконец, последние участники нашего сегодняшнего песенного соревнования – Елена Манури и Харис Сава. Хозяйки конкурса представляют Республику Кипр. Елене 11 лет, а Харис 10. Девочки встретились и подружились 4 года назад, когда вместе ходили на урок фонетики. С тех пор они принимали участие в нескольких детских конкурсах, а в некоторых из них победили. Их песенка называется «Юпия» и поется в ней об обычных девичьих переживаниях. Что же такое случилось, что со мной произошло? Когда я учусь, я теряюсь в мыслях. И все потому, что в голове только он, такой симпатичный, замечательный и такой необыкновенный мальчик. На сцене Елена Манури и Харис Сава, Кипр. Sono me, sei la
красиву пора. Любия, 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 не знаю, наступили не ерунда. Любия, 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 ты на вторую я добродиму пора. Девочек, конечно же, все киприоты болеют исключительно за них, а поскольку их большинство, то мы слышим просто, что зал ревет, кричит и шумно аплодирует. Это были последние конкурсантки, друзья. Это все. Наш конкурс практически закончился. Согласись, говорит София, что все дети, кто сегодня выступил на этой сцене, все они уже победители. Все-все? Конечно, ведь каждый из них победил у себя в стране. Но кто победит на международном детском Евровидении, это зависит от голосования телезрителей. Сейчас вы видите номера всех стран-участниц. Если вы хотите, чтобы выиграл номер первый, наберите номер, указанный на экране, и прибавьте к нему 0 и 1. Если ваш фаворит номер 9, наберите 0 и 9. И точно так же пошлите СМС. Нет ничего проще, голосуйте. Не забывайте тем самым, что вы сможете помочь нуждающимся и страдающим детям во всем мире, благодаря проектам ЮНИСЕФ, говорит Алекс. А теперь давайте посмотрим, как сегодня выступили все 15 конкурсантов. Yeah.
lepsze. Byk wystał na nic porum. Tyś forbej, szedę, przedep. Porum zeit na nic porum. Tyś forbej. А ты? Не знаю, я голосую за всех сразу. Ну хорошо, а сейчас две звезды, очень популярные на Кипре и в Греции, выступят перед вами, дорогие зрители. Итак, ваши аплодисменты. Встречайте Эври Дики и Димитриас Кориалас с песней «Fun in the Sun». With the lyricist Vicky Yevafodoru with «Fun in the Sun». Fun in the sun, come sing with me. Fun in the sun,
Дикий и Димитрос только что выступили с композицией «Fun in the Sun». Wow, это современный amazing. Модный дуэт. Every представлял Кипр в 2007 году на конкурсе песни Евровидения в Хельсинки. Друзья, а у вас есть последняя возможность увидеть фрагменты песен всех наших конкурсантов, и осталось всего 5 минут для того, чтобы проголосовать. Best out my need for us. This for back, this for back. Shut up, shut up. Too important to hide my need for us. Ну что ж, друзья, а мы с удовольствием представляем победителя взрослого конкурса песни Евровидения 2008 в Белграде. Добро пожаловать, российская суперзвезда Дима Билан! И вот Дима поднимается на сцену по всей Европе. Кстати, сейчас проходят отборочные туры на взрослое Евровидение. Дима почти везде выступает как победитель 2008 года.
на местном языке, на греческом, поприветствовал Дима Киприотов и всех гостей этого вечера. Дима, добро пожаловать на Кипр, говорит София. Сегодня среди зрителей много ваших поклонников. Вы, кстати, встречались за кулисами со всеми нашими конкурсантами, даже давали им некоторые советы. Вы верите, что среди них есть настоящие звезды будущего? Да, спасибо большое фанатам, поклонникам, сказал Дима. И он, конечно же, верит, что среди участников этого конкурса, безусловно, будущие суперзвезды. Итак, София просит Диму помочь остановить голосование, до которого остается считанные секунды. Отправляйте скорее смс-ки, друзья, звоните. У вас осталось всего одна секунда. Голосование закончено. Диму мы еще увидим обязательно на сцене, а пока идет подсчет голосов. Встретимся чуть позже. Реклама на канале «Россия». Друзья, мы возвращаемся во дворец спорта в Лимассоле, и на сцене все участники детского Евровидения поют песню о том, как важно помогать страдающим и обделенным детям во всем мире. «Рука об руку» – так называется эта песня. Спасибо всем ребятам, которые вышли на эту сцену и спели такую замечательную песню. Ну а сегодня вечером, говорит Алекс, мы познакомились с очень талантливыми детьми, детьми со всей Европы. Наши камеры все время снимали наших конкурсантов во время репетиции. И вот что мы сейчас увидим, как все это подготавливалось. Вот подготовка сцены, бесконечные репетиции, проверка температуры воды на сцене, монтируются камеры. Ну, а особенно ребятам понравилась небольшая экскурсия в типичную киприотскую деревню Левкору. А там наши юные артисты познакомились с местными ребятами, вместе с ними играли, пели, танцевали. И, кстати, эта деревня славится своими мастерами. Здесь делают прекрасные серебряные украшения, а также кружево. Очень красивые ткани из плетеных ниток. Да, детское Евровидение воистину такое событие, которое потом можно вспоминать очень долго, всю жизнь. Ребята играли, перезнакомились, обменялись адресами, телефонами. Я надеюсь, что это действительно будет дружба на долгие годы. И снова работа, репетиции. Надо сказать, что техническая часть на этом конкурсе очень серьезная. Например, под потолком висит камера «Паук», которая на таких тросах летает туда-сюда, из одного конец зала в другой. На сцене дизайнеры построили настоящую реку, а на огромных экранах все время меняются яркие рисунки. В общем, зрелище действительно захватывающее, но случаются и паузы, и тогда ребята бегут и перекусить. Здесь, кстати, очень вкусная кухня, разнообразная, полезная. Так что никто голодным не ходит, даже наоборот, всем очень нравится. Ну, а вечером, как обычно, дискотека. Кипр, как известно, это родина Афродиты, древнегреческой богини любви. Поэтому среди наших конкурсантов, мальчишек и девчонок, то и дело вспыхивают, как бы это сказать, взаимные симпатии. Итак, зал полон, все ждут окончания голосования, когда будут подсчитаны голоса. Итак, время пришло для мировой суперзвезды, победитель взрослого Евровидения 2008 в Белграде. Он прилетел специально из Москвы, чтобы выступить на нашем шоу. Number One Fan и Believe, песни, которые исполнит Дима Билан. Baby, you should go with me, 'cause
even when the thunder and storm begins. I'll be standing strong like a tree in the wind. Nothing's gonna move this mountain or change my direction. I'm falling on the sky and I'm all alone. The courage that's inside's gonna break my fall. Nothing's gonna dim my light within. Hey, but if I keep going on, it will never be impossible. Not today, as long as something to believe in. As long as I breathe, there is not a limit to what I can dream. As long as something to believe in. Missing to keep climbing. Nothing else can stop me. Tries to pull me down. Tell me that I can't. Trying to turn me around. I won't let him put my fire out. Without no. But if I keep going on, it will never be impossible. Not today. Hey, 'cause I got something to believe in. As long as I мастер-класс от профессионала начинающим звездам. Спасибо Диме Билану. Вы знаете, что детское Евровидение – это самый большой детский конкурс в мире, спрашивает Алекс. Вы знаете, что о конкурсе даже снят игровой фильм? Год назад английская съемочная группа работала за кулисами этого песенного соревнования, снимала участников со всей Европы. Давайте посмотрим кусочек, как это было. Главными персонажами здесь оказались конкурсант из республики Кипр Йоргас Ионидас и группа Траст из Бельгии. Вот они рассказывают о своем опыте участия в конкурсе Евровидения, о своих переживаниях, надеждах. Кстати, этот конкурс еще очень хорошая школа. Во-первых, для детей. Все они впервые в жизни участвуют в таком масштабном и очень ответственном состязании. Собраться, сконцентрироваться, выдать все, на что ты способен, даже больше. Вот что требуется здесь от каждого юного артиста. Это школа. И для взрослых, прежде всего, для педагогов. Как психологически подготовить ребенка, как воспитать в нем характер, как раскрыть в нем артиста. Все это очень непростые задачи, поверьте, друзья. И взрослые переживают не меньше, чем сами участники этого конкурса. И я сама уже третий раз веду репортажи с детского Евровидения, и все-таки отчетливо вижу, что профессиональный уровень детского Евровидения с каждым годом становится все выше. Ребята приезжают очень сильные, конкурс становится еще более и более напряженным. И, кстати, во многих странах бывшего Советского Союза еще жива старая система музыкальной подготовки детей, очень крепкая и эффективная. Ну и постановка номеров, сценическая режиссура становится все более современной и яркой, применяются новые технологии. Словом, все как у взрослых, друзья. Только немного лучше, ведь это дети, цветы жизни.
The most important is don't care even if you come last. Вот такой небольшой кусочек этого фильма мы сегодня посмотрели. Этот фильм, говорит София, будет показан по всей Европе и в кинотеатрах, и по телевидению. Не упустите возможность посмотреть его. Это настоящее кино. Напряжение возрастает. Все волнуются. Итак, момент, когда мы узнаем имя победителя конкурса детской песни Евровидения 2008, наступит совсем скоро. Но перед тем, как связаться со странными участниками голосования и узнать его результаты, давайте вспомним имя победителя прошлогоднего конкурса. Друзья, я напомню вам, что в прошлом году... Yes, Sophia. Sure, we are ready. Нет, сначала мы поговорим со Свантес Такселиусом, друзья, главным человеком на Евровидении. Спросила ему София, все ли готовы к тому, чтобы начать объявлять результаты голосования. Все работает прекрасно. Как всегда, говорит Сванте, все отлажено, система работает. Кстати, Свантес Такселиус обладает здесь непререкаемым авторитетом. Как сказал, так и будет. Все на него равняются. Очень профессиональная работа и, конечно же, очень сложная. Странно, что не посидел еще Сванте, потому что, представляете, такие огромные конкурсы два раза в год, детское и взрослое Евровидение, осилить не каждому под силу. Ну что ж, София напоминает, что каждая страна дает за первое место 12 баллов, за второе 9, всем остальным от 8 до 1. И мы считаем, что все конкурсанты сегодня победители. Они победили в своих номинациях в национальных отборочных конкурсах, поэтому каждый из них получает уже по 12 баллов. И первой голосовать будет Румыния. Поздравляем за отличным шоу, говорит девочка из Румынии. И вот как проголосовала эта страна. 1 балл Сербия, 2 балла Бельгии, 3 балла Армении, 4 балла Кипру, 5 Белоруссии. Итак, друзья, у нас есть надежда. Начинаем надеяться уже сразу, с начала голосования, что мы будем получать все-таки самые высокие баллы. 6 баллов получает Грузия. 7 баллов Мальта. 7 points to Malta. 8 points go to Lithuania. Литва получает 8 баллов. 8 points go to Lithuania. 10 points for former Yugoslav Republic of Macedonia. 10 points go to the former Yugoslav Republic of Macedonia. And finally, our 12 points go to Украина получает 12 баллов. Очень жаль, что Румыния никак не проголосовала за Россию. Мы не получили ни одного балла, что для нас крайне странно. Армения будет голосовать сейчас. Здравствуй, Европа! Потрясающий Веселое шоу ожидает нас, друзья. Итак, розданы 5 баллов. Веселая девочка из Армении поднимает всем настроение, потому что, конечно, все устали, все уже в таком напряжении. Никто не покидает зала, все ждут результатов голосования. 6 баллов получает Македония. 7 points go to Malta. Мальта получает 7 баллов. Интригует нас армянская ведущая. Выдерживает широкие паузы. 8 баллов получает Украина. 10 баллов получает Россия. Спасибо большое, Армения. И мы перемещаемся на 5 место. Yes, we are. Кто же, кто же? Ну-ка, ну-ка. Кому же, кому же? Грузия. Жужжащим пчелкам из Грузии достаются 12 баллов от Армении, за что благодарят Бзикеби, группа из Грузии, Армению.
На очереди голосование Белоруссии. Hello, Limassol. Добрый вечер, Сябры. Minsk calling. It's very cold in Minsk now. It's snowing. Вот так вот, друзья, у нас здесь на Кипре тепло, у нас, я уже говорю, у нас, а в Белоруссии снег, холодно, сообщает нам девочка из Беларуси. И вот как проголосовала Белоруссия. 1 балл Бельгии, 2 Румынии, 3 Нидерландам, 4 Мальте, 5 Армении. Итак, кому же достаются высшие баллы? Of course, вы сейчас обо всем узнаете. 6 баллов достается Литве. 7 баллов Македонии. 7 points to the former Yugoslav Republic of Macedonia. 8 points go to 8 баллов достается Грузии. 8 points go to Georgia. И смотрите, Грузия выходит на лидирующие позиции. Go to Ukraine. Нет, Украина сохраняет лидерство. Ей достается 10 баллов от Белоруссии. Our 12 points go to Thank you so much! 12 баллов достается России. И мы перемещаемся на 4 место, друзья. У нас есть все шансы. Вот радуются Миша и девочки. А мы отправляемся узнать результаты голосования в Россию. Сарина Урман на ваших экранах. Hello, Limassol. Good evening from Moscow. Спасибо большое. And now, the first results of our Без долгих разглагольствований Сарина предлагает сразу узнать, как проголосовала Россия. Итак, друзья, вот результат ваших голосований. 1 балл Бельгия, 2 балла Румыния, 3 балла Сербия, 4 балла Македония, 5 Мальта. 6 баллов достается Армении. 6 points go to Armenia. 7 points go to Lithuania. Литва получает 7 баллов. 7 points go to Lithuania. Горячо здесь приветствуют 7 баллов. 8 points литовские go to болельщики. Ukraine. 8 баллов достается 8 points go to Ukraine. Украине и ее морячкам. 10 points go to Белоруссия получает от России 10 баллов и поднимается чуть выше. And finally, 12 points go to Georgia. 12 баллов, друзья, достается Грузии веселым пчелкам. Бзик Эбби называется эта группа. Вот так проголосовала Россия. А мы отправляемся Hello, в Грецию. Athens calling. Your show was amazing. Недалеко здесь, по соседству. We all believe that you're winners. Here are the first Потрясающее шоу, говорит девочка из Греции. Сейчас мы узнаем, как проголосовала эта страна. 1 балл Литва, 2 балла Румыния, 3 Россия. Обидно, друзья. 4 балла получает Белоруссия и 5 Македония. Ну, посмотрим, какие вкусы у Греции, кому они отдадут высшие баллы. Of course. 6 баллов достается Армении. 6 points go to Armenia. 7 points go to Мальта получает 7 баллов. 7 points go to Malta. Junior Swing, если вы помните. 8 points. 8 баллов Украина. 8 points go to Ukraine. Виктория Петрик и веселые морячки. 10 points go to 10 баллов получает Грузия. Все прекрасно выучили слова этой песни и демонстрируют нам свои знания грузинского языка. And finally, 12 points go to Cyprus. И 12 баллов, конечно, получает Кипр. Друзья, здесь можно оглохнуть, как кричат киприоты, как они рады этим 12 баллам. I think it's worth having a look at what's going on shortly. But first, over to Georgia. Саламо машфидоби са Georgia. Ну а мы отправляемся в Грузию.
пытается докричаться до нас из Грузии. Девочка. Пока налаживают связь, мы посмотрим пятерку лидеров. Пятое место Россия, Мальта 42 балла заработала на четвертом месте, Македония 44 балла, Украина 58 и Грузия 60 баллов. Ну, в общем-то, вот как видите, пока основная борьба между Грузией и Украиной. Показывают нам ребят, которые, конечно же, радуются такой высокой оценке. Итак, в Грузию мы вернемся чуть позже, а пока на очереди на связи Бельгия, и мы узнаем, как проголосовала Бельгия. Here are the first points from Belgium. Let's see how Belgium have voted. One point. Один балл получает Сербия, два балла Румыния, три Украина, четыре Македония и пять Нидерланды. Друзья, обратите внимание, что ни за Грецию, ни за Болгарию пока еще никто не проголосовал. А шесть баллов из Бельгии достается Армении. И Армения опережает Россию. Malta. Пока, на данный момент, 7 баллов достается Мальте, 8 баллов получает Литва, и нам совсем не нравится расстановка подобная, 10 баллов получает Белоруссия. Ну что ж, мы надеемся на эти 12 баллов. Но, увы, Бельгия никак не проголосовала за Россию. 12 баллов достается Грузии. И уже с достаточно большим отрывом Грузия начинает лидировать. А вот и Болгария на связи. Добрый вечер. София на проводе. Итак, первые 5 баллов от Болгарии. 1 балл достается Румынии, 2 балла России всего лишь навсего, 3 балла Литве, 4 Кипру, 5 Македонии. Мы уже на 7-й позиции, друзья. Как это ни печально, но впереди еще есть кому проголосовать, поэтому мы очень надеемся на хорошие баллы. 6 баллов достается Белоруссии, 7 баллов Армении, 8 баллов Мальта, 10 баллов Украина. Если сейчас 12 баллов достанется Грузии, то она уйдет в очень большой отрыв, что, собственно, и происходит. Грузия начинает уже серьезно лидировать. Ну, как я уже говорила, друзья, очень серьезная подготовка. С каждым годом все профессиональнее и профессиональнее выступают дети, поэтому соревноваться становится все сложнее и сложнее. А вот и Сербия. Голосует следующим образом, опять не очень отрадно для нас. 1 балл для Мальты, всего лишь 2 балла для России, 3 для Бельгии, 4 Кипр, 5 Румыния, 6 баллов достается Украине, 7 баллов Беларусь. 8 баллов Македония. 10 баллов получает Грузия. И 12 баллов. Литва получает 12 баллов. Возгласы фанатов слышим мы здесь и поклонников, и радуются сами ребята из Литвы. Ну а мы, друзья, видим пятерку лидеров, в которую, к сожалению, не входит Россия. Но будем надеяться, что у нас все еще впереди. With 94 points,
We have the busy bees of Georgia. Пчелки занимают пока первое место. У них целых 94 балла. Вот показывают свое волнение. Друзья, мы вернемся совсем скоро. Итак, друзья, мы возвращаемся сюда в спортивную арену для продолжения оглашения результатов голосования. Мальта у нас на очереди по голосованию. Итак, давайте посмотрим, как проголосовала эта страна. Ведущая благодарит за прекрасное, отличное шоу, которое, конечно же, всем понравилось. Один балл получает Нидерланды, два Бельгия, три Румыния, четыре балла Кипр, пять Македония. Итак, давайте посмотрим, как распределилось высшими баллами. Мальта, 6 баллов достается России. И в итоге у нас 47 баллов. 7 баллов получает Белоруссия. 8 баллов получают веселые пчелки. Литва получает 10 баллов. И 12 баллов получает летят 12 баллов из Мальты в Украину. Если я не ошибаюсь, друзья, еще должны проголосовать 5 стран. Поэтому пока не будем говорить о том, о возможном победителе. Итак, Нидерланды у нас на очереди. Один балл достается России, два Румынии, три Армении, четыре Белоруссии, пять Македонии. Ну а теперь главные баллы. Шесть баллов получает Мальта. Семь баллов получает Украина. Ukraine. And your eight points are for Lithuania. Литва получает 8 баллов. Or 10 points go to Belgium. 10 points go to Belgium. 10 баллов получает Оливер из Бельгии. And finally, or 12 points. И 12 баллов получает Грузия. Ну, друзья, здесь просто колоссальный отрыв. Думаю, что даже Украине уже не удастся догнать этих веселых пчелок. Но, тем не менее, голосование продолжается, и мы отправляемся в Украину. Киев у нас на связи. Hello, Lemassos. Kiev's calling. I'm Marietta. I wish good luck for our patents. Мариетта расскажет нам, как проголосовала Украина. Итак, один балл Сербии, два Бельгии, три Армении, четыре Румынии, пять Белоруссии. Итак, высшие баллы от Украины достаются. Литва получает 6 баллов. Семь баллов достается России от соседки Украины. 8 баллов получает Македония получает 8 баллов. 10 баллов получает Мальта. И 12 баллов получает Грузия. Вот так, друзья, веселые пчелки задорно жужжав забрались на Олимп детского Евровидения и, похоже, станут сегодня победителями. Литва на очереди.
Congress is calling. Thanks for your for so spectacular show. Спасибо большое за замечательное шоу. Благодаря ты из Литвы. И вот баллы, как распределила Литва. Румыния 1 балл, Кипр 2, Белоруссия 3, 4 получает Бельгия и 5 Нидерланды. Очень странно, но Греция и Болгария до сих пор без единого балла. Ни одна страна за них не проголосовала. 6 баллов. Македония. 7 баллов получает Мальта. Раша получает 8 баллов. Украина получает 10 баллов. И я даже уже представляю, кому достанутся 12 баллов. Грузия. Сегодня они полюбились всем. Непонятно, то ли плачет, то ли смеется солист Бзикеби. Но в любом случае, надеюсь, это слезы радости. Итак, Македония будет сейчас голосовать. Do we have anyone with us from the former Yugoslav Republic of Macedonia? Похоже, не слышат нас в Македонии. Over to the next country. Поэтому мы переходим к следующей стране. Over to the capital, Nicosia. Это Кипр. Кипр будет сейчас голосовать. Посмотрим, как проголосует Кипр. Друзья, ну а с нами случилась забавная история. Сюда из Москвы в Ларнаку мы летели на самолете вместе с президентом Республики Кипр. Он вот так запросто летает на обыкновенном самолете, что было для нас откровением. А теперь посмотрим, как проголосовал Кипр, кому были отданы высшие баллы. Мальта получает 6 баллов. 7 баллов. Греция получает от Кипра. Шум недовольства прокатился здесь по залу. Как это так? Кипр проголосовал так слабо за Грецию. Всего лишь 7 баллов. 10 баллов получает Украина. И 12 баллов. 12 баллов получает Грузия. Радуются ребята. Talking of Georgia, let's go back to them right now and see how they have spread their points. Саламо, Машвидобиса, Georgia. Are you there this time? Итак, мы возвращаемся к Грузии. Мы слышим, слышим. Вот почему мы не слышим Грузию, потому что девочка слишком громко кричит, видимо, уже предвкушая победу. Один балл получает Кипр, 2 Румыния, 3 Македония, 4 Бельгия, 5 Россия и 6... Ой, 5 получает, да, Россия. 6 баллов получает Сербия, получает 6 баллов. 7 Мальта получает 7 баллов. Our 8 points for Monica Manucharova from Armenia. 8 баллов Армении. 8 points go to Armenia. 10 points from Georgia. Lithuania. 10 points. 10 баллов получает Литва. И финальные 12 баллов. Ну-ка, ну-ка. Кому же? Украине достается 12 баллов от Грузии.
закончилось выступление грузинской девочки на наших экранах. И у нас осталась, если я не ошибаюсь, одна страна. Нет, Македония еще будет, да, голосовать. Good evening, Limassol. Skopje calling. You have made a fantastic фантастическое шоу, спасибо вам большое. Говорят нам из Македонии, налажена связь с этой страной. Итак, как проголосовали там? 5 баллов распределились так. 1 балл. 1 балл всего лишь России, 2 Бельгии, 3 Болгарии, 4 Грузии, 5 Белоруссии. Итак, высшие баллы. Yes, of course. 6 points go to Malta. Мальта получает 6 баллов. Go to Malta. 7 points go to Ukraine. 7 баллов получает Украина. 7 points go to Ukraine. 8 points go to Romania. 8 баллов получает Румыния. 10 points. Go to Lithuania. 10 баллов получает Литва. Go to And finally, our 12 points go to Serbia. И жила под конец девочка из Македонии. Сербии достается 12 баллов. Друзья, ну что ж, мы немножко расстроены, конечно же. Безусловно. Участие – это тоже некая победа, но сегодня в детском конкурсе Евровидения 2008 победила Грузия. Группа «Зиг Эбби» сейчас выйдет на эту сцену, получить приз и, конечно же, исполнить песню еще раз. А вручить этот приз ребята приглашают на сцену юного артиста из Беларуси Алексея Жигалковича, который в прошлом году выиграл этот конкурс. Вот он выходит с призом и готов вручить его победителям этого года. Итак, давайте посмотрим на пятерку лидеров. Македония набрала 93 балла. Легкий разгром в Гринруме, еле выцепили оттуда победителей из Хэбби, обнимаются, поздравляют друг друга. Друзья, мы, конечно же, увидимся обязательно и на следующем Евровидении. Мы бы хотели уже увидеть на сцене, конечно же, победителей. Очень жаль, что Миша Пунтов не смог войти в пятерку лидеров, но, тем не менее, он выступил достойно. Всем нам очень понравилось, у него была красивая песня, и девочки старались как могли, помогали ему на сцене создать этот уникальный номер с серебряными шарами, за что им тоже огромное спасибо. Спасибо всем, кто болел. И вот они, слезы радости. Эх, мальчишка, утри слезы! И вот она, друзья, песня победителя. Повторяйте вместе с нами. Зыба-зыба-зыба-зыба-зыба-за! Za 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 za
Всем, кто выступал на этой сцене, и всем, кто смотрел это шоу у экранов своих телевизоров. Друзья, спасибо вам большое. Это был прямой эфир из Лимассола с детского конкурса Евровидения 2008. Всего вам самого хорошего. С вами была я, Ольга Шелест. Спокойной ночи.